Друзья, всех приветствую, всем здоровья. Сегодня у нас защита Хелидора. Белым играл Раузер, черными Ильин Женевский. Тбилиси, 1937 год. И несмотря, что партия игралась давно, в этой партии я вижу современный рисунок, современные тенденции. Д4. Черные уже тогда понимали, что центр просто так не удержать, поэтому сдают его разменом. Конь d4, правда, сейчас ферзь d4 можно чаще увидеть. Не опасаясь хода конь c6, просто слон b5. Связка, играем на развитие фигур. Конь d4, конь f6, f3. Ход вроде бы и неосторожный, на самом деле и так сейчас играет. Конь c6 можно было уже здесь сыграть, но черные немедленно атакуют белый центр. e5, конь d7, f4, пешку защитили, конь c6. И вот здесь, видимо, первая неточность со стороны белых. Размен на c6 явно в пользу черных. Потому что у них теперь сильный пешечный центр. И какой-то перевес в развитии намечается. Слабые поля присутствуют в лагере. Слон d3, еще один неосторожный ход. Ферзь h4. Казалось бы, просто g3, но как раз ферзь вползает по слабым белым полям. И начинается непонятная игра. Куда же теперь прятать короля? А либо на f2, либо в длинную сторону. Ферзь f3, слон c5. Слон e3. Короткая рокировка. На ход конь d2, f6. Срочно нужно вскрывать линии, все-таки имеем перевес в развитии, король рокировал, можно вскрывать. На взятие ладья e8, неприятная связка и давление. Ход f7, ну просто королем заберем, ничего страшного. Конь f1, конь f6, осталось только слона куда-то вбросить в бой. Черные готовы уже закончить партию, но белые не могут здесь делать длинную рокировку. Слон g4, теряется еще и качество, полный абзац. Но, друзья, и ход король d2 не лучше. Все равно слон g4. Черные полностью закончили развитие. Осталось только ладью a8 куда-то пристроить к делу. Ферзь f2, и партия заканчивается буквально в пару ходов. d4 напали на слона. Вроде бы, что за ход. Отдают пешку. Но на самом деле, после слон d4. Простая тактика. Ладья e2. Очень красиво. Можно, конечно, было и побить, как-то сыграть. Точнее сказать, побить. Сыграть ферзь g2, забрать, допустим, ладью. Но, друзья, согласитесь, ход все-таки ладья e2 намного симпатичней, эстетичней. Вот так вот шах и сдался. Дело в том, что на слон e2, иначе ферзя заберем. Конь e4, и все равно теряется ферзь. Забрали, остались с ферзем, выиграли партию. Вот такая вот, друзья, миниатюра. Красиво и эффектно черные в этой партии использовали свой перевес в развитии, захватили инициативу. И что главное, они до конца ее не упустили. Поэтому желаю вам не упускать игровую инициативу и всегда добиваться поставленных целей. Всем добра, хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.